Добрый день. Итак, я, говорится, обновил Windows 10. И теперь у меня тут... Спокойно, ворона, я сказал. У меня тут ворона сидит, в общем. Так, а вот... Сейчас покажу вам. Вот, внизу сменить оформление. Тут есть, зима близко, Windows 10. Компактная. Допустим, Windows 10 попробуем. Да? Итак. Так. И вот она у нас сменилась на вот такую. У нас тут иконочки здесь уже оказались, как и были все. Так, что у нас тут есть? Завершение работы, параметры. Параметры. Так, параметры зайдем. Допустим, параметры, программа. Нет. Не программа. Сейчас мы закроем. Сейчас, так. Проводник. Что у нас за проводник? А, понятно. Завершение. Вот все приложения. Это все, что у меня установлено. Но мне нужно... Так. Параметры экрана. Это что такое? Ну вот, я нашел просто параметры. И здесь вот кнопочка обновить. Обновление и безопасность. Вот. Центр обновления Windows. Сейчас у меня он обновляет. Что он у меня обновляет? Обновление для системы безопасности Microsoft Windows 2007. 78% уже, 79% точнее. Да. Так, что у нас еще тут дополнительные параметры? Так. Вот здесь обновление безопасность. Также самое есть здесь и активация Windows 10. У меня уже Windows 10 активирован. Код продукта у нас такой. Код продукта вот 00331 1000001 AA632. Ничего не будем изменять. Так, общие параметры нашего Windows. Ой, куда зашел? Извиняюсь. Итак, у нас тут внизу еще есть. Так, параметры сменить оформление. Это Windows 10 сейчас у нас стоит. И компактная. Здесь у нас... Оп. Поменялось. Ну, как Windows 7 примерно, так же самое. Оформление такое. Ну, мы поменяем на... Ох, даже Windows 8 есть. Оформление. Ну, еще есть разрешение звук, разрешение смену обоев и эффекты, конечно. Попробуем такие поставить. Сейчас мы... Видите? Так. У нас... Точно как Windows 8 уже. Так, сменить оформление. Но мы оставим зима близко. Потому что уже скоро зима у нас, так что зима близко. Мы нажимаем принять. Итак, у нас зима. Если мы сделаем, нажмем на кнопку пуск, у нас пойдет снег. И где бы наша ворона? Эл.
О! Другое дело. Ворона.